Теплые вещи, средства личной гигиены, медикаменты и продукты питания. В администрацию Ангарского городского округа продолжают приносить коробки с помощью для мобилизованных. К акции присоединилось огромное количество людей. Уже сегодня два фургона отправятся в сторону Новосибирска. С места событий Кристина Пермякова. Это уже не первая отправка гуманитарной помощи мобилизованным ангарчанам. Но настолько масштабной еще не было. Две фуры – это почти 5 тонн груза. В последний момент уже вторая машина была заказана, поскольку не ожидали мы такое количество помощи собрано. И на сегодня одна машина пойдет в Новосибирск, где базируется большая часть наших ангарчан. И вторая – Юргу, где тоже около 200 человек на сегодня находится. Эта акция стала одной из самых масштабных. В ней приняли участие родственники мобилизованных, неравнодушные ангарчане, детские сады, школы, общественные организации, предприниматели и крупные предприятия. Сегодня практически каждый житель города, области, страны готов прийти на помощь. Людей сплотил дух патриотизма и желание помочь. Мы исправляем свой долг здесь. Мы помогаем, оказываем помощь ту, которую мы можем им сделать. Я думаю, что это небольшая частичка, но мы будем стараться и организовать им любые условия и помочь передать свою частичку тепла, тепла нашего Ангарска и нашего города. Медикаменты, средства личной гигиены, спальные мешки. Сегодня собрали все то, что так необходимо защитникам. А в коробках индивидуальный набор для каждого мобилизованного. Теплые вещи, носки, шапки, перчатки, варежки. Здесь все самое необходимое. До отправки фур остается буквально пару часов, и каждую минуту в здании администрации приносят все новые и новые коробки. И они обязательно дойдут до адресата. Помимо материальной помощи, ангарчане выражают нашим землякам поддержку моральную. Андрей Геннадьевич, расскажите, пожалуйста, что у вас? Гимназия номер 1. Привезли рисунки от ребятишек, письма со словами поддержки. И вот здесь вот написано как раз «Мы вместе», и мы действительно поддерживаем наших земляков. Глава округа Сергей Петров и председатель Думы Александр Городской гуманитарный груз будут сопровождать лично. Прямо сейчас сотни коробок с гуманитарной помощью отправляются нашим землякам в Юргу. Уже завтра они получат пламенный привет из родного города Ангарска. Кристина Пермякова, Дмитрий Новопашин, Алексей Выборов. Местное время.